Прийти на работу заранее, чтобы подготовить кофемашину, проверить молоко, сиропы и проследить, чтобы все стояло на своих местах. Бармен – работа не из легких, признается Илья Волков. Но для того, кто влюблен в свое дело, эта профессия становится стилем жизни. Илья давно мечтал освоить это мастерство и готовить эксклюзивные напитки для посетителей. Когда я только начал здесь работать, я учился на первых курсах медколледжа. Вот. И поначалу было сложновато совмещать, потом уже намного проще. Чтобы научиться варить вкусный кофе, Илья читал познавательную литературу, смотрел ролики в интернете. На первый взгляд может показаться, что сварить напиток в кофеварке сможет каждый. Но без базовых профессиональных знаний в кофейне никуда. Даже из низкосортного кофе Илья может сделать шедевр. Все напитки основываются на эспрессо, взбивании молока. Ну и дальше уже добавление различных компонентов на любой вкус и цвет. Есть вот, например, интересный очень рецепт. Мокко. Туда добавляется сырое яйцо, взбивается вместе с молоком, шоколадом, с корицей и с остальными пряностями и специями уже по вкусу подбирается. Илья всегда старается приходить на работу только в хорошем настроении. По его мнению, именно от позитивного настроя зависит успех в любимом деле. Не зря среди барменов ходит мнение, что лучший напиток – это тот, который приготовлен с любовью. Ты все равно даешь любому гостю, каждому посетителю часть своей частичку души. Вот. И, возможно, вот это иногда бывает, выгорает из-за этого. Бармен – это же, в принципе, тот же самый психолог. Очень многие люди приходят за барную стойку, заказывают пару коктейлей, и они уже начинают рассказывать о своих проблемах, просить каких-то советов. Илья Волков способен превратить барную стойку в кофейне в сцену, на которой разворачивается настоящее шоу. Ты устраиваешь свое представление перед посетителями, особенно если это какие-то поджигающиеся коктейли и кофейные напитки. Да, людям очень нравится огонь, это представление. От бариста в кофейне зависит много. Он тот, кто поможет определиться с выбором, поделится хорошим настроением и напоит кофе с незабываемым вкусом. Это не просто человек за барной стойкой, а душа кофейни. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных с Днем бармена и желает творческих побед, новых вкусов и оригинальных рецептов. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.